Гелару рекомендует. Выбираем лучшее. Здравствуйте, я Светлана Важинская. И сегодня я представляю компанию Гела, рукоделие оптом, Москва. Поговорим о ленте. Простой или такой ли уж простой? Обычная тесьма из растительных волокон дополняет прическу еще с доисторических времен. А в античности атласные ленты с драгоценными камнями становятся неизменным элементом женского гардероба дам высшего света. Был еще и административный триумф. 4 июня 1840 года – день рождения переходящего приза «Голубая лента Атлантики». Символ превосходства океанского лайнера в скорости. Вымпел в виде голубой ленты присутствует на мачте корабля-рекордсмена. А теперь спустимся на землю, и я расскажу вам, дорогая наша рукодельница, как декорировать новогодний дом. И наш главный герой сегодня – лента «Спирал Софиса», Испания. 8 типов. Атласные, лента и шнур. Ленты из органзы, репсовая, шляпная, жаккардовая, фантазийная и бархатная. Поговорим о каждой. Это переливается в лучах софитов металлизированная лента, где применяется во флористике, в оформлении подарков, в декоре. Именно она своим блеском создает атмосферу праздника. Сама просится для оформления новогодних подарков и игрушек. Например, так или вот так. И вот простая елка превращается с каждым бантом бант, еще бант, в елку с бантами, бесспорно красивую. А что отмечают профи? Строго не использовать в стиле бохо и шеби. Почему? Там нужны натуральные и материалы, и оттенки. И архиважно правильно подобрать номер иглы. Бархатная лента. Плотная основа и равномерное без заломов и выемок бархатное покрытие. Ширина от 0,5 мм до 5 см. Хороша в одежде, для домашнего текстиля, дает тонкий оттенок благородства. Что говорят профи? Бархатная лента не для ручного шитья. Почему? Очень плотная, шить только с наперстком. А большой новогодний шар в 10 минут преображается в праздничное украшение. Здесь сочетание двух лент, сантиметровый и 5-сантиметровый, и заполнен органзой. Кстати, об органзе. Органза создана для изящества. Нежная, воздушная, как поцелуй. Форму держит тканый рубчик. Софиса предлагает 3 ширины и 30 цветов. Есть органза с рисунком и даже с памятью формы. Да-да, здесь проволочные края, где применяются цветы и оформление подарков. Здесь главное – удержание формы, потому проволока. И какой же скраббукинг без органзы? Здесь она идет в завязочки и в оформление. Что говорят профи? Шить только леской. Почему? Строчка будет видна. И гладить только в режиме шелка, на единичке. А вот очередное новогоднее украшение двери. Не огромный венок, а миниатюрный. Порадует гостей и вашего ребенка. Да и вам приятно. Как делаем? Органзу в этой игрушке сочетаем с репсовой лентой. И вот новогодний венок – естественное дополнение рождественского интерьера. А вот что можно сделать с простыми сосновыми шишками. Атласная лента. Издревле символом чистоты и непорочности вплеталась славянками в венок. Сегодня двусторонняя, с плотным переплетением нити. На 100% полиэстер. Главное, удерживает форму при нашивании, например, на платье. Нет проблем с формой и в декоре. Незаменима в текстильной флористике. Однородный вид ее с двух сторон создает ощущение натуральности цветов. Цветы из ленты крутят, собирают и опаливают огнем. Поэтому лента не махрится по краям. Что говорят профи? Брать нить либо полиэстер, либо шелк, только не хлопок. Какой праздник без бантов? Какой? А любой. А вот в Новый год лента «Спирал Софиса» придает простому шару благородство и новогодность. Как? А вот так. На раз, два, три. Работы в технике канзаши, например, лепестки, цветы с лентой «Софиса» – это 100% воплощение задуманного. Изгибы сложной формы – родная стихия для лент «Спирал Софиса». Ограничены только вашей фантазией. Что говорят профи рукоделия? Канзаши? Только Софиса. Объединяем ленты вместе, и вот эта звезда – добрый симбиоз. Сочетание лент «Спирал Софиса». Жаккардовая лента.
напоминает гобелен. Без нее нет ощущения роскоши в декоре. Национальные азиатские костюмы без жаккарда немыслимы. Европа использует жаккард в одежде, подушках, шторах, покрывалах, в интерьерном и столовом текстиле. Софиса предлагает два варианта плетения – нити люрикса и атласа. И ширину – от 0,5 см до 5 см, что говорят профи – нюанс. С тонкими тканями типа шифон, шелк, жаккард не очень дружит. Верю! Лента Софиса плюс ваша фантазия помогут создать вам неповторимые новогодние шедевры. До новых встреч в эфире Гела ТВ, портал Гела.ру.